Начнем разговор с очищения. Очищение – это выведение из организма токсинов и физиологического мусора. От них надо освободить все органы и системы – дыхательную, мочеполовую, опорно-двигательную. Питательные вещества, когда они превышают потребности организма, тоже становятся мусором и ядом. Есть еще и психологический мусор. Это дурные мысли и негативные эмоции, которые копятся в нашей душе и в нашем уме. От ненависти и стресса нужно вовремя уметь избавляться. Нужно избавлять организм от мусора в мышцах и кровеносных сосудах, от лишнего холестерина. Очень много токсинов скапливается в кишечнике. Если от них регулярно не избавляться, может нарушиться перистальтика, а следом за ней нарушится усвоение питательных веществ. Нужно менять внутреннюю среду организма, делать ее здоровой. Многие люди живут так, что из-за состояния внутренней среды организма они могут заболеть в любую минуту. Если процесс очищения проходит регулярно, мы снизим нагрузку на печень и почки. Я приведу утрированный пример. Если мы на завтрак съедаем две булочки и выпиваем бутылку молока, этого вполне достаточно для насыщения. Но если мы съедим 5 булочек и 3 жареных куриных окорочка, а потом запьем бутылкой молока, то мы почувствуем себя крайне дискомфортно. Есть хороший принцип. Не важно, сколько мы съели. Важно, сколько из этого мы можем переварить и усвоить. Не надо переедать, так как это создает дополнительную нагрузку на печень и почки, а излишние питательные вещества остаются в теле и формируют отложения токсинов.